Ассаламу алейкум, дорогие друзья, всех приветствую. Пришел на закуп на второй рынок, город Махачкала, это столица Республики Дагестан. Буду делать закуп, заодно и покажу вам наш рынок. Пойдемте. Мне, пожалуйста, один кофе. Это кофе, да? Да, это какой, армянский, да, у вас? Армянский кофе? Спасибо большое. Так, сколько я должен? Почем? Деньги не надо. Спасибо большое. Сейчас попробую. Если честно, пью этот кофе не в первый раз. Не в первый раз, нет. Бомба. Просто без слов, очень вкусно. Те, кто будут на втором рынке, сырный ряд. Вас как зовут? Тетя Патя делает шикарный кофе. Сыр большой. Кофе и сыр очень вкусный. Без пробы сыра здесь никогда не отпустят. Очень сочетается. Все, теперь мы зарядились кофе. И будем покупать необходимые продукты. Дорогие друзья, посмотрите, это у нас урбеч. Это дагестанское такое калорийное лакомство из орехов. Если вам интересно, мы снимем целое видео, отдельно посвященное этому лакомству урбеч. Можно попробовать? Да, конечно. Так, это у нас урбеч из кешью. Нутелла просто отдыхает, намного вкуснее, полезнее и приятнее на вкус на самом деле. Так что пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы сняли отдельное видео про это лакомство, которое называется урбеч. Все, спасибо вам большое. Какая красота! На втором рынке просто много изобилия разных, разнообразных наших национальных продуктов, которые вот выловлены у нас, например, на море, приготовлены у нас в республике. Очень много ассортимента продуктов, качественных продуктов. Дорого. Нам нужна мякоть баранины. Вот баранина. Вот это, да? Вот это. Почем килограмм? Тебе купить надо? Да. Или просто спрашивать? Нет, купить надо. Я купила 410. Как купила, я тебе дам. Спасибо большое. Давайте, я возьму. Давай. Знаете как? Мне вот это одна ножка, я думаю, хватит. Давай, лучше ножка целая есть. Все. Вот эту здесь? Да. И сразу лимфоузел уберите, хорошо? 1510, 1500 рублей. 1500 рублей. А сейчас еще раз? Все, на карточку можно перевести? Можно. Thank you.
Спасибо большое. Идем дальше. Туда? Все, спасибо. Да. Так, тетя Пири, мне нужны хорошие каштаны. Шикарные каштаны. Здоровые. Спелые, спелые. Шикарные. Все, давайте мне, пожалуйста, килограмм. Все. Взвесьте, пожалуйста. И еще мне нужна будет курага. Чуть-чуть. Да, урюк. Урюк, да. Все. Тоже грамм 500. Все, 700 рублей, да? Так, на карту можем перевести? Очень удобно, тут всем можно перевести на карту. Так. Так, 8900. Дай аванс. Спасибо. Где же будете? А, вот. Вот канал. Шеф готовит, я найду. Пятницу, 5 вечера. Иншалла. На каком канале шеф готовит? Все. Пожалуйста. Черный кунжут где продается? Вот у меня. У вас? Нам вообще чуть-чуть нужно. Щепотка. Все хорошо. Сколько вам стоит? Ничего не стоит, халал. Спасибо большое. Все. А мы идем дальше. До свидания. Вам торговля. Мне кажется, второй рынок – это единственное место в Махачкале, где можно зайти и найти все, что вам угодно. Здравствуйте. Так, мне нужен лук. Вот такой вот хватит. Очень хороший. Очень хороший. Сколько стоит? 150. Сетка 150? Да. Шикарно. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Так, на карту можно перевести? Не надо, можно, разница нет. Все. Сейчас, секунду. 906? 449. Ассаламу алейкум. Я хотел бы гранатовый сок. Свежевыжатый. Чтоб только-только выжили. Ну, свежий сделать-то надо. Да, сделать, брат. Хорошо, очень полезно. Это какие гранаты? Чьи это? Азербайджанские? Да, да, да. Друзья, вот эту витаминную бомбу я пью за ваше здоровье. Да. Ух. Вот это да. Аж проснулся. Кислая, сладкая и очень кислая.
Сколько я должен? 100 рублей. 100 рублей. Ой. Возьмите, спасибо большое. Идем дальше. Ребята, ну все, поедем готовить. Дорогие друзья, сегодня у нас необычное блюдо. Рецепт этого блюда вы не найдете ни в интернете, ни на просторах площадки Ютуба. Я вам рассказываю. Как-то раз я со своим другом Гусейном, вы его все знаете, мы были в Азербайджане, прямо в центре Баку. Там есть, кто знает, старый город. Мы зашли в один из ресторанчиков, где нам принесли необычное и очень вкусное блюдо. Я его запомнил. Это был ягненок с каштаном в деревянной сковороде, ребята. И я буду очень рад тем, что поделился с вами таким необычным и очень интересным, эксклюзивным рецептом. Приятного вам просмотра, ребята. Так, нам потребуются каштаны. Так, каштаны мы вот так возьмем и обработаем. Заранее поставим воду на костер. Нам нужно будет предварительно наши надрезанные каштаны сварить. Мне понадобится мясо.
Убираем все лимфоузлы, убираем лишний жир. Это у нас ненужная пленка. Чистая мякоть. А это пойдет у нас на бульон. Кот клянчит у меня мясо, как обычно. Вот наши кусочки. Пойдемте покормим нашу попрошайку. Так, наши каштаны уже готовы. Сейчас сольем с них воду. Так, нам потребуется сливочное масло, буквально 50 грамм. Так, в ход пойдет сейчас наша баранина. Друзья, я купил заранее слоеное тесто в магазине. Сейчас нам надо будет его раскатать. И еще нам потребуется одно яйцо, чтобы сверху его смазать. Это у нас утиное яйцо, ребята. Тем временем мы подготовим наше тесто.
Настал черед лука. Следом за луком идет у нас каштан. Также, ребята, мы сюда добавим немного кураги. Так, дольками порежем ее. На этом этапе, ребята, мы посолим и поперчим. Вот такая вот вкуснючая, ребята, сковорода саджа у нас получается. Оно готово уже, прожарилось. На вкус просто бесподобно. Обожаю баранину. Берем нашу деревянную сковороду и аккуратно вот так, вот такой вот маленькой шумовкой перекладываем все сюда. Это наше мясо. Так, дальше мы берем наше слоеное, заранее заготовленное тесто и укрываем это все дело. Ненужное мы сейчас обрежем. И аккуратно это все дело смазываем яйцом. Ребята, посмотрите, какая красота уже у нас. Я думаю, вы уже примерно понимаете, что у нас будет здесь. Возьмем черный кунжут, совсем немного, и подсыпем его. Вот так вот. Думаю, будет достаточно. Ахмедик, ну что, красиво? Да. Тебе нравится? Да. Давайте разрежем его. Это мне. Так. Пробуем, ребята, бисмилля.
слоеное тесто очень сочетается с этим блюдом, и оно отдает таким сливочным вкусом, благодаря тому, что мы все это жарили в сливочном масле. Дорогие друзья, я для вас сегодня приготовил эксклюзивное блюдо, которое вы не найдете в Ютубе. Теперь я кидаю вызов, кулинарный вызов своему другу Мурату, канал Bon Appetit Life. Мурат, я прошу тебя принять вызов и приготовить тоже что-то интересное, то, чего нет на площадке Ютуб и тем более в интернете. Приготовь что-то новое для нас. Ссылку на Мурата канал оставлю в описании, дорогие друзья. Кстати, это мой сын Ахмед, он себе создал аккаунт в Ютубе. Его ссылку тоже я отмечу. Заходите, кому интересно, что за видео он там снимает. Посмотрите. Что ты скажешь вот подписчикам? Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Понятно, ребята. Я думаю, мы сегодня заслужили с вас лайк, подписку на канал и ваш комментарий. Комментарии я люблю ваши читать. Спасибо вам за поддержку, дорогие друзья. До новых встреч. Обнял всех. Чисто бомба. Куда-то.